Традиционный автопробег стартовал в 3 часа на площади у Зимнего театра. Маршрут пролегал по Курортному проспекту до развязки Адлерское кольцо и обратно. Финишу у стелы «Подвиг во имя жизни» у парка Ривьера. Туда автоколонна прибыла к 17 часам. А с 17:30 на площади у Южного мола стартовал праздничный концерт. Там же лучшие мастера декоративно-прикладного искусства города представили свои работы. Напомню, что в своем нынешнем виде флаг Российской Федерации был принят постановлением Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года.